Шмырова Лариса Валерьевна, директор управляющей компании «Лепсилы-Плюс», «Лепсибыт». В марте месяце мне посчастливилось побывать в студии «Эхо Москвы». Там у нас была очень хорошая, позитивная беседа. Встреча проходила под руководством главного редактора Светланы Занько. Можно сказать, я первый раз была в студии и давала интервью, поэтому помощь была огромная. Видно, что у Светланы большой стаж. Она просто вот наводящими вопросами мне очень помогала. И все вопросы, которые она задавала, они были вот именно все ёмко отразились и показали работу нашей управляющей компании, которая у нас очень-очень давно работает на рынке жилищно-коммунального хозяйства. И я считаю, что с ее помощью донесли мы до слушателей «Эхо Москвы» о работе, о наших достижениях, о наших успехах, о наших каких-то решениях проблем, задач, которые мы постоянно перед собой ставим, чтобы жильцам было более комфортно жить в наших домах. Рекомендую посещать площадку «Эхо Москвы» для того, чтобы вот продуктивно общаться со своими клиентами. Это ведь все делается для всех наших и жителей города Кирова, потому что они прислушиваются и по этому виду. Кто-то пользуется ЖКХ, это все пользуются, кто-то в магазины ходит, может быть, кто-то нанимает какие-то там строительные компании или какие-то другие. Вот, ну вот я про это хотела сказать.